Новогодние песни разносятся над садовым товариществом «Интеграл» в районе Юхариной Балки. Дети и их родители спешат присоединиться к празднику. Главные герои Нового года – Дедушка Мороз и Снегурочка – поспешили подарить праздничное настроение малышам, которые с нетерпением ждали их появления. Дети хорошо приготовились к новогоднему утреннику, нарядили елку и выучили стихотворение. Чтобы заслужить подарок, ребята прочитали Дедушке Морозу четверостишие о предстоящем празднике. Стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне, а заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новых снегов. Несмотря на пасмурную, серую и, казалось бы, непраздничную погоду, дети были рады получить подарки от Деда Мороза. Мне нравится ловить хороводы, получать подарки от Деда Мороза. Я хочу пожелать всем новогоднего настроения и чтобы все у них было хорошо. Жители садовых товариществ объединяются и проводят праздники вместе. Например, на представление в СНТ «Интеграл» приехали родители с детьми из СНТ «Скиф», «Таврия», «Ригель», «Ветерок». 227 СТ-шек в Гагаринском районе. Естественно, я охватить со своей командой все садовые товарищества под Новый год не смогу. Поэтому у меня получается каждый год по 12-15 СТ-шек, где мы выезжаем и с большим удовольствием и радостью встречаемся с нашими садоводами, с детишками. И очень хочется охватить товарищества, у которых большое количество детей. Потому что у нас есть товарищества, которые по 12 человек, 12-15 членов СТ, там, конечно, двое-трое детишек. Но они как-то мобилизуются. Проводить новогодние представления и дарить сладкие подарки с добрыми пожеланиями детишкам в садовых товариществах стало традицией для сотрудников администрации Гагаринского муниципалитета Севастополя. У нас очень много детей живет в садоводческих товариществах. И мы решили, у нас такая традиция, ежегодно мы приезжаем в какое-то садоводческое товарищество, как говорится, на месте, поздравлять детей от нашего главы Алексея Юрьевича Ярусова, от депутатского корпуса, от всего внутригородского муниципального образования. Также я хочу поздравить всех жителей с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья, чтобы в каждом доме было счастье, достаток и уют. Маргарита Борисенко, Анатолий Паньков, Севинформбюро.